Hi everyone! Всем привет! С вами канал недвижимость Турции Paradise Alanya. My name is Agassi and today I want to show you 2+1 with furniture and with Turkish permit. If you buy this flat, you can take permit in Turkey. Квартира подходит под ВНЖ. Оценочная стоимость ТАПУ, кадастровую стоимость, покажем, $200,000. Потрясающий вид глазами, все видно вот так. View with eyes. This view. Mountain view. With eyes, this view. This view. Глазами горы видно вот так. Have car open car places, swimming pool, barbecue area, kids area. Есть детская игровая площадка, открытая парковка, бассейн, фитнес, сауна и хамам. Сауна, хамам, кажется, не работает. Или хамама нету. Here car places, near this block. Также есть парковка для входа в здание. Вот. Big one balcony. Огромный один балкон, который можно застеклить и сделать из квартиры 3+1. If you use here glasses, is next room. 3+1 maybe. But this flat now 2+1. На данный момент это 2+1. Юго-западная сторона. South and west view, beautiful view. Вид никогда не закроется. 105 метров квадратных минимум net. Минимальная квадратура 100-105 квадратных метров от стены до стены. From wall to wall with balcony. 105 метров квадратных минимум. Goods brand Beko. Thermikel. Проект был сдан в 2008 году. This construction built in 2008 years. Хорошая прихожая. First bedroom. Rubenis condition. Также выходит на балкон. Here entering to balcony. Высота потолка 265 сантиметров. Weight here 265 meters. Стон, мраморная столешница, Altus стиральная машинка, washer фирм Altus бренд, есть вытяжка, bathroom, цена этой квартиры 173 500 евро. Price this flat 173 500 евро. Второй санузел. Second bathroom. Big second bedroom. Here approximately 17-20 meter square. 17-20 квадратных метров полезной площади в этой спальне. Также с видом на view из... С видом на крепость Алани. Алани Castle View. Не крайний этаж. Not end floor. Okay, айдат 1200 лира. 1200 лир айдат в этой квартире. Показываю территорию. I will show you territory. On the floor, four flats. 4 квартиры на этаже.
have generators. Есть генератор. Вот. Here swimming pool. This building fitness. Under this building барбекю area. Зона беседки в той стороне, которую я вам показал. Детская игровая площадка. Children playground. $500 seaside near market restaurants. This seaside have markets or 101. It's markets, supermarkets. A101 рядом, супермаркеты, сеть и Migros. Сеть Migros 200-300 метров отсюда, ресторанов в той стороне, ну, кольцо района Тосмор. Цена этой квартиры, дорогие зрители, 173 500 евро. Ставим лайк, подписываемся на наш канал, пишем комментарий. Всем пока-пока.